Умывая себя слезами, Боже мой, на себя ропщу. Я порой не сдаю экзамен и, вникая в себя, грущу. Я хочу быть детем послушным и в твою мастерскую рвусь. Делай все, что считаешь нужным, в образ свой лепи, поддаюсь. Но потом, принимая форму, я спешу вернуться из рук, когда ставишь меня на платформу, что в огонь посылает сосуд. И опять из меня не напиться, даже если кристальной росы ты нальешь, она превратится в смесь из грязи и мутной воды. И опять, как мягкую глину, воплощаешь в сосуд, дорогой, но я все еще к пальцам липну и боюсь проходить через огонь. Знаю, трудно и знаю, больно, ты покрепче меня держи. Я уверена, чудно и мудро ты исправишь мои мятежи. Ведь смотри, я уже понимаю, что экзамен не прохожу. Посмотри, я уже доверяю, ты попробуй еще раз, прошу. Обожженный сосуд покрепче, в печь не зря посылают фарфор. Затвердею, и будет легче наносить на меня узор. Аминь.